Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 января. Память святых мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия. Святой Вавила происходил с востока из славного города Антиохии. Родители его были люди знатные и благочестивые. В родном городе он получил образование и наставление в заповедях Господних. Скоро и тщательно изучил Священное Писание, которое всегда приводит к Богу. С юных лет святой возлюбил Христа и отрекся от мира. Рано оставил он родительский дом. Раздал свое имущество нищим, сиротам и вдовицам. И, отказавшись от всякой житейской суеты, поселился на вершине горы, где и пребывал в молчании. С ним было два ученика, Агапий и Тимофей. Блаженный молчальник удостоен был сана пресвитерского и благоговейно чтил почивавшую на нем благодать священству. Когда же упорные кровожадные язычники вознамерились предать его начальнику области, святой вместе с учениками оставил Рим и удалился в Сицилию, где и прожил один год. Здесь он по благодати Божией многих просветил и привел к разумению Христовой истины. Не может город укрыться наверху горы. И о блаженном Вавиле известно стало начальнику Сицилии. Тот приказал схватить святого с обоими учениками. Услышав, с какой смелостью исповедовал Христа доблестный его служитель, начальник подвергнул его вместе с учениками бичеванию и другим истязаниям. Обогренных кровью святых мучеников водили по городам Сицилии, всячески бесчеловечно издеваясь над ними. Этим мучитель хотел и устрашить граждан, и утолить собственную ярость. Святые же страстотерпцы укреплялись в силах, созерцая вечное будущее благо. Наконец палачи закололи блаженных мучеников мечами, и тела их бросили в огонь. Но пламя не коснулось священных останков. Некоторые из верующих взяли их и предали честному погребению на том же острове Сицилии. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.